Казанские искусствоведы определили автора картины XVI века. Им оказался известный художник и теоретик искусства Джованни Паоло Ламаццо. В столицу Татарстана полотно доставили с аукциона во Франции. Картина поступила ко мне в мастерскую в очень плачевном состоянии. Чтобы вернуть первозданный лоск полотну, реставратор Андрей Сульдин трудился около года. Восстанавливал красочный слой, устранял деформацию дубовых досок. Картину приобрели на аукционе как работу ломбардской школы живописи XVI века. Для нее характерны приглушенный колорит и четкость линий. После проведения анализа искусствоведы сделали неожиданное открытие. Автором полотна оказался известный художник Джованни Паоло Ламаццо. Христос распятый вместе с двумя разбойниками. Итальянец Джованни Паоло Ламаццо работал с основными образами христианского искусства. Авторство выявили по характерной манере изображения рук, лиц, складок одежды. Особенное сходство с работами мастера в изображении женских образов. У Ламаццо есть такая картина, которая называется «Не прикасайся ко мне». И там изображена кающаяся Мария Магдалина. И здесь изображен тот же самый персонаж. И если сравнить эти две картины, это будет практически одно и то же лицо, даже рак. Полюбоваться картиной ценители живописи смогут в сентябре, пока на полотно наносят защитное покрытие. Следующий этап – исследование с помощью рентгена и химической экспертизы. Карина Насрудинова, Айрат Каюмов, Вести Татарстан.